торгово-логистическому каналу «Средняя Волга», «Каспийское море», «Персидский залив» присоединился 4-й регион ПФО «Республика Мариэл». Канал позволяет напрямую доставлять груз к берегам Индии и Ирана. Соглашение подписали губернатор Ульяновской области и Республики Мариэл. Также регионы будут совместно помогать одаренным детям. Соглашение подписано. На выставке «Россия» в День Ульяновской области подписали не одно соглашение. В регионе будут строить жилье для сотрудников «Авиастара». Жилой комплекс планируют построить недалеко от завода на проспекте Антонова. Застройщик обещает цены на квартиры на 30-40% ниже рыночных благодаря помощи Ульяновской области. У проекта особый статус, что ускорит строительство. Также в регионе будет создан Центр развития и поддержки авиационного лизинга. А это новые рабочие места и налоговые отчисления в казну области. Займутся этим региональная корпорация развития и лизинговая компания «Ильюшин Финанско». Очень большие задачи стоят, и неоднократно с руководством области обсуждали, что на самом деле приятные задачи сейчас решает область, потому что всегда задачи расширения максимального объема производства, выхода на новое качество, на новые объемы производства – это всегда приятная задача, которую предстоит решать Ульяновской области. И сейчас действительно большие задачи стоят по количеству самолетов, которые нужно произвести. С шести нужно серьезно увеличить эти объемы. Большая работа в этом плане ведется. В Ульяновске на площадке индустриального парка УАЗ будут производить подушки, ремни безопасности, рулевые колеса, электронные блоки управления системой безопасности. Сумма инвестиций на первом этапе составит 1,5 миллиарда рублей. Будет создано 200 рабочих мест. Поможет в этом компания «Компоненты системы безопасности». Это дочернее общество ПАО «Солерс». Димитровградский автоагрегатный завод модернизирует производство. Подписанное соглашение с КАМАЗ и Фондом развития промышленности позволит наладить производство деталей для отечественного авто и создаст в регионе еще 450 рабочих мест. У нас в Ульяновской области более 200 предприятий, которые производят узлы и компоненты для автомобилестроительной отрасли. Димитровградский автоагрегатный завод – это один из лидеров. Долгое время не было реконструкции, не было вложений в основной капитал. Сейчас вот благодаря поддержке фонда, который возглавляет Роман Васильевич, мы с этим фондом довольно-таки плотно работаем, уже больше 10 предприятий в Ульяновской области получили такую поддержку. Я уверен, что и дальше будут получать. Вот благодаря этим инвестициям будет существенно обновлен станочный парк. Все подписанные соглашения на выставке «Форум России» окажут заметное влияние на социально-экономическое развитие Ульяновской области. Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Улправда ТВ из Москвы.